Ну что ж, всем здорово, ребятки, с вами снова Девайсер, и сегодня мы играем в World of Tanks, это рубрика Рандом, выпуск 11. Играем мы на 45 ТП, но мне осталось еще около 600 тысяч накопить на танк 8 уровня, мой следующий на 53 ТП. Ну вот, в течение нескольких выпусков, я думаю, где-то на 13-14 выпуск, в принципе, танк уже должен быть, хотя может быть где-то на 15-й. Короче, ребята, все увидим, обязательно подписывайтесь на канал, сразу вас попрошу, будет очень интересно. Каждый день выходят у нас новые видосы, вы можете каждый день заходить, смотреть. Короче, ребята, погнали. Ну что ж, ребятки, бой снова начинается, карта Мураванка, играем с восьмерками. И тут у нас 50 на 50, тут и... восьмерок. Сейчас даже сосчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Ну, не 50 на 50, а где-то 45 на 55. Где-то около того. Ну, около. То есть семерок все же на одну больше. Но это не считается. Ну что ж, куда мы с вами поедем? Да, поехали туда. Что там? Процент побед, а... Ну, не побед, а урона. Вот. Не, ребят, у меня даже будет потом отдельное видео по всему этому. Что я вообще думаю про процент побед. Про процент вот урона. Это, конечно, я не хочу сказать, что... невозможно взять отметку или там еще что-то, заработать какой-то процент побед. Просто для всего нужен свой танк, своя броня и свои союзники, и в принципе вообще все. Но про это я вам расскажу. Даже сделаю отдельную рубрику в каком-нибудь из следующих видео. Да, пишите в комментарии обязательно, если вы хотите, чтобы такое вышло. Буду очень рад знать, что... есть люди, которые тоже хотят послушать мои мысли и услышать просто свою, ну, так сказать, все жизненные ситуации из своего игрового опыта. Потому что я думаю, то, что я потом буду рассказывать, случалось у всех, и, ну, это логично. Вот здесь. 3-3-3. Волшебное число. Так. Ну, смотрите, позиция у нас неплохая. Мы, в принципе, не так уж и впереди, и не так уж и сзади. Вот так и надо делать. Так и надо делать. Кстати, да, про это я тоже потом расскажу в одном из своих видео, да. Тут уже, я думаю, можно продвигаться потихонечку. Хотя смотри, там вот видишь. Нас, по-моему, заметили. Да, это в нас. А я не понял. А снаряд где? А где снаряд? Куда ты подевался? Из 6Ч, смотрим. Не видно. Все, уходим. Так, это рушится? Нет, это не рушится. Это хорошо. Из 6Ч там был. 4-0. А все остальные где? Вот все остальные прямо танки вражеские. Там, да? Поехали туда. Посередине поедем, потому что сбоку там все наши союзники и, соответственно, там уже все, что можно, все насвечено. Пробитие. А, он меня, кстати, не мог засветить, потому что я же за кустиками был. Класс. Так, тут, наверное, нет. Прострела никакого нет.
Базу, зачем вы захватываете базу? Тут у нас еще полно времени, и отыграть бы хотелось еще как-то урона нанести. Хоть немного. А то совсем нету. Вон там я вижу. А, вот он, вот он, вот он, вот он. Давай, 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 давай. Молодец. Танк, пушка. Вот, красава. Сейчас красава. Молодец, пушка. А, кстати. Один из выживших. Нормально. Нормально. Так, минус 16 хп. Ну, просто снаряд, я еще раз повторюсь, медленный. И он просто не успел физически долететь. Надо было... Ну, раньше нельзя было стрелять. Там сведение все-таки. Ой, все, пошел разрыв. И фуловый остался борщ. Нормально. Неплохая катка, в принципе. Но такая достаточно... такая пассивная. Ну что ж, ребятки, бой начинается. Карта Перевал. Играем мы тут, правильнее сказать, шестерками и семерками, так как восьмерок всего четверо. Эта карта такая... Тут достаточно странно все происходит. Тут надо прям понимать, куда ехать. Мост возможно, а враг тоже возможно. Вообще не угадаешь. Тут так странно. Бывает, что... На одной и той же карте в разных боях вообще направление врагов, направление союзников, их вообще фронт, фронт борьбы вообще может быть совсем разный. Про это я тоже расскажу в своем следующем... Не в следующем, а в скором времени, да, расскажу в своем одном из видео. Да, одном из видео. Так. Спасибо. Адекват. Попался у нас тут. Давайте мы прям так дуло поднимем. А он быстрее нас, у нас не видит. Это я понимаю, человек. Вот это сильный танк. Это сильный танк, я знаю. Но вроде бы брони... Не, броня... Не знаю, но урона, но он много наносит очень. Про броню вообще не знаю. О, братан. 1-0. Ну, это было предсказуемо. Кстати, я мост проехал. Я мост проехал. Я приехал на ледник. Ну, не совсем. Там ледник будет. Вот здесь. Сейчас здесь будут танки. Свети. Так. Ух ты, как я уехал, конечно. Интернет. Ну, кстати, мы достаточно быстро приехали. А, сейчас вот тут вот, смотри как. Оп, мы вот так вот вылезаем. И на стрел начинаем. Раз. А, кстати, как у нас из-за кустов-то заметил. Где второй выстрел сейчас? Плохо, плохо. Чуть ниже башенки командирской, чуть ниже. Прям вот на несколько сантиметров. Обидно. Так, смотрим. Где-то там у нас. Вот это тоже было как-то сейчас странно. Вроде попало, вроде бы не попало. Так, смотрим. Смотрим. Готов. И у нас уже получается 506 урона. Ну, нормально. Едем дальше. Направление. С направлением мы угадали в этот раз. Да, и союзники с нами, хорошо. 4-3 союзников, если едут с вами на одно направление, это уже хорошо. Это немного, это немало, и урон, в принципе, можно набить. Но, наверное, самое хорошее, когда 3 союзника едут. И нормальные. Чтобы не были там какие-нибудь хеллкеты, которые умирают с первого же выезда своего. Неправильно. Ну, вот они, видите, вперед уехали. Ну, хорошо, пусть светят. На него сейчас убьют. Хотя это 43, вообще, если он умный, он должен был ехать.
Да, его убьют. Слушай, ёх, что-то быстрый какой-то. Мне казалось, я говорю, что он какой-то медленный. Может, двигатель ляпнул. Даже не знаю. А, ну все, они зажимают. Кстати, надо, да, будет посмотреть, есть ли у меня на моем танке двигатель новый. Интересно. Ну да. Ну, четверо много. Четверо много. Ну, просто из разной ситуации. Тут вот. Сзади смотри, а. Сзади едет к нам. Паровозик. Боря ездит к нам. Уйдите, пожалуйста. Давайте, если вы не можете настреливать, то вы не будете мешать другим. Вот я с базы ухожу. О! Здравствуйте. Готов. Готов. Х2 готов. А Ксор свалил. Вот этот вот Ксор. Ну или как его там. Так. Мужчина. Пробитие. Ах ты какой агрессивный, а? Ах ты какой агрессивный тут у нас попался, а? Нарывается на снаряд. Ой, нас начинают зажимать, кстати. Погнали. На КР Нарвончика. Ой, не стрельнул, надо было раньше стрелять. Надо было мне раньше стрелять немного. А, нас, походу, разберут. Хотя... Может, еще пару выстрелов успеем сделать. Отлично. Супер. Нормально. 2000 урона вообще хорошо. Тут у нас 1000 опыта, 25 тысяч кредитов. Что у нас тут по командному результату? Что у нас тут? Ну, кстати говоря... На каком месте-то? Кстати, выжила она всего лишь... Ну, вот эти вот где-то были не там, где надо. Он, не знаю даже, где был. Вот мы с ним вдвоем хорошо. Очень у нас получилось. На каком, получается, на три? Нет, на раз, два, три. На четвертом месте. Ну, с восьмерками нормально вполне. Да. Ну что ж, ребятки, вот такой вот у нас выпуск получился. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Снова же попрошу вас подписаться на канал. Будут очень интересные видосы выходить каждый день. Ну что, ребята, всем пока!